Здравствуйте, я депутат израильского парламента Рина Френкель. Находясь на этой выставке, очень грустная выставка, очень вызывает такие чувства гнева и возмущения о том, что произошло в 20 веке в азербайджанском селе. Даже не поддается никакому человеческому пониманию то, что произошло с детьми, с пожилыми людьми и так далее. Мы говорим о том, что был Холокост во время Великой Отечественной войны. Я недавно приехала из Польши и видела своими глазами, как были убиты и замучены миллионы евреев. Но мы уже говорили о том, что в наше время не может быть и не должно существовать нового проявления геноцида. И я считаю, что то, что произошло, это не должно быть ни в 20-м, ни в 21-м веке. Люди должны жить вместе, и каждый народ имеет право на свое существование. Поэтому я считаю, что это должно являться предупреждением всем остальным народам и всем людям о том, что нужно жить вместе и ни в коем случае не прибегать к таким методом насилия, как это было в 20 веке. К сожалению, это произошло. Я очень сожалею, что это было так, и я надеюсь, что этого никогда не будет.